К сожалению, мы не увидим российских волейболисток в главном матче олимпийского турнира. В полуфинале они уступили сборной Китая 1-3. Все четыре партии развивались примерно одинаково. Вначале китаянки уходили вперед, затем ценой огромных усилий наши девушки выравнивали игру. Но концовки, кроме первого сета, соперницы проводили сильнее. Главной причиной нашего поражения Николай Карполь назвал высочайшую психологическую устойчивость игроков сборной КНР. Ни пушечные удары наших нападающих, ни мощный блок не сломили воли китайских волейболистов. Это, пожалуй, единственная на олимпийском турнире игра, где защита оказалась сильнее нападения. Сборная России послезавтра встретится в матче за бронзовые медали с командой Бразилии, которая в драматичном пятисетовом поединке проиграла кубинкам. Сбылись прогнозы большинства специалистов, а извечный спор разных стилей игры продолжается. Главный финал у женщин – Куба-Китай.